Продолжим анимировать новогодний текст. На этом уроке мы с вами сделаем еще такой текст. И на этом тексте у нас будет данный текст моргать разными цветами. Но не градиентом, а конкретными цветами. Поэтому начнем с того, что мы сделаем пока надпись «С Новым годом». Увеличу данный шрифт. Я установил систему вот такой шрифт. Этот шрифт называется, давайте я вам покажу, Wonderland. Сразу к этому шрифту мы применим стиль обводки. Обводку я сделаю вот цветом неба, темно-синий. И в дальнейшем я сейчас буду анимировать данный текст. Я буду анимировать желтым цветом, зеленым цветом. Красный у нас уже есть. И плюс еще одним цветом. Ну, возьму 4 цвета. Поэтому данный текст я буду дублировать 4 раза. И буду называть их так. С Новым годом. Желтый. Нет, ну это у нас первый оставим как есть. Красный. Выше сделаем в копии желтый цвет. Зеленый. Фиолетовый. Здесь создадим тоже 4 кадра. На первом кадре у нас работает желтый цвет, то есть красный цвет. Начнем снизу вверх. Все остальные цвета у нас отсутствуют. Есть на втором кадре мы отключаем красный цвет, берем желтый цвет, выделяем данный цвет и заливаем его красным желтым цветом. Теперь переходим на следующий кадр. Соответственно, берем здесь слой зеленого цвета. И меняем цвет на, так, не забываем текст свой выделить. Ну и, наконец, переходим на последний кадр. Это у нас будет фиолетовый цвет, поэтому все нижние слои с текстом отключаются. Берем фиолетовый цвет. Опять забыли мы выделить. Ну вот, практически мы сделали анимацию уже вот на этих 4 кадрах. Задаем здесь анимацию по 0,2 секунды. Давайте проверим. Делаем постоянно. Теперь неплохо было бы сделать также свечение внешнее соответственно цвету. Поэтому мы продолжим эту работу. Берем на первом кадре слой с красным цветом наверху. И, соответственно, добавляем еще один эффект туда. Поэтому открываем окно эффектов. Будет у нас внешнее свечение. Поскольку цвет у нас красный, соответственно, будем делать цвет красный.
Свечение задаем с помощью нижних регулировок. Диапазон свечения тоже можем задавать, насколько далеко. Оставляем, переходим на следующий кадр, соответственно, на слой желтого цвета. Выбираем, ну, давайте щелкнем здесь, внешнее свечение, желтый цвет установлен. Создаем размах и размер свечения. Перейдем на третий кадр. Переходим на слой зеленый. Открываем внешнее свечение. Цвет зеленый. Задаем размах и размер. Окей. И, наконец, последний слой и последний кадр. Открываем палитру стилей. Внешнее свечение. Цвет прямо отсюда. Ну, вот мы сделали практически все, что нам надо. И теперь еще раз посмотрим, что же мы в результате получили. Вот у нас имеется и наружное свечение, и внутреннее свечение.